Приветствую всех на своем канале Акварелька. Сегодня мы в магазине Фикспрайс. Переходим к отделу сумок. Что здесь новенького? Вот это вот все уже многое я показывала. Но вот рюкзачки по 199. Такие маленькие, небольшие они. Сумки хозяйственные по 199 рублей. Там внутри есть маленький кармашек сбоку. По цвету они разные. Выбрать можно. Вот такие сумочки, но они, по-моему, уже были по 199. И вот такие вот сумки точно не были. Я не показывала. Они тканевые на замочке внутри. Кнопочка. По цвету они разные. Здесь выбрать можно 199 рублей. Еще одна новиночка классная. Вот смотрите, вот такая авоська. По 99 рублей. Два цвета. Зелененький. Ручка у нее, у этой авоськи, трикот, ну такая, нет, не тянется, она плотная, хорошая. Вот, и такой вот цвет пыльной розы один остался. Вариант, одна авоська. Вот эти зелененькие еще есть. Так, вот такие сумочки тоже по 199 рублей. Разная мелочевка, батарейки, наличие, наушники. Не дороже 199 рублей. Но вообще батарейки все по 50 рублей. Смотрю, а это вот что такое интересное. Это нож для зачистки проводов. Приглянулся мне. Ну ладно, смотрим дальше. Мне вот нужны, конечно, типа авоськи, какие-нибудь сеточки. Сетка садовая 50 рублей. Сетка садовая тоже вот 50 рублей. Я не знаю, как мне подвязать мои дыни. У меня подрастают дыни. Их надо как-то закрепить, подвесить. Каким образом, пока не знаю. Так, вот это вот что такое интересное. Это кормушка для лесных и парковых птиц. Забота о наших друзьях. То есть она будет выглядеть вот такой вот в виде вороночки. Вот, и из нее собираешь домик. И вот такая кормушка интересная. Да, кормушки завезли. Вот такие кормушки, смотрите, классные. Дальше обращаемся к вот такому вот отделу выставленному. А здесь туалетная бумага, салфетки влажные. Так, вот такая новая туалетная бумага. Большая экономичная упаковка, 8 рулонов. Так, цена. Сейчас будем искать цена. Так, цены нету. Чистин против вирусов. Средство санитарно-гигиеническое 3 в 1. Содержит активный хлор. Очень классно очищает. Цена доступная. До цены дойдем. У них цена тут вот проблема с ценами. Санфор тоже. Белоснежная частота дезинфекции. Убивает микробы. Тоже здесь содержит активный хлор. То есть вот эти средства брала, очень классные, хорошие. Белизна 77 рублей. И вот это, наверное, подешевле жидкий. 77 это гель. Чистин, вот отбеливатель гель. Не знаю, сейчас цены подойдем, посмотрим на прилавке. Здесь что-то их, вот у них не выставлено. Давайте дальше посмотрим по ценам. Вот до чистина дошла 55 рублей. До места с 99 рублей. Вот этот санфор. Здесь литр целый 99 рублей. Вот нашла я эти цены. Вот они здесь есть, имеются. То, что там не поставили цены. Белизна 27 рублей. А гель уже белизна 77 рублей. Вот такой чистин гель 55 рублей. Вот они цены здесь. Так, а туалетная бумага цены не вижу. Фамилия 149. А, вот нашла. А вот это вот, который показывала в начале, 99 рублей. Упаковка 8 рулонов. То есть есть цены все вот здесь на прилавочке. Дальше смотрим, что у нас. Чистин 18 рублей. 400 грамм. Есть Комет. Комет, я думаю, подороже. 55, наверное, да, вот цена. 55. Сорти 27, но сорти можно купить в Светофоре вообще за 18 рублей. Пемолюкс здесь 50 рублей.
Гель для душа по 77 рублей. Вот такие большие яркие флакончики с фруктами. Новую краску вижу для волос. Экофит. 77 рублей. Это крем-краска без аммиака. И вот в таких вот баночках внутри тоже по 77 рублей крем-краска. Крем-хна есть 55 рублей. Разные оттеночки. Ну, вот такой вот я брала. Но вот у меня не справилась с задачей. То есть у меня не покрасила и седину не закрасила. То есть вот это нестойкая крем-краска, как они здесь пишут. Санита антиржавчина 55 рублей. Шампунь для волос. Оле против перхоти мандарин. И юдзу. Правильно я прочитала? Что-то непонятное для меня, конечно, название. 77 рублей. Интересный здесь дозатор удобный. Шаума 99 рублей. Палмолив питание и легкость. И расчесывание с кондиционером он идет 99 рублей. Может, что-то я не замечу. Новинки, если что, пишите в комментариях. Я один раз прошла мимо маски. Новый, интересный. Спасибо, что написали. Тут, то есть очень много всегда новинок завозят, и многое здесь это можно просмотреть. Вот такое мыло я брала. Очень хорошее, оно бесцветное, с алоэ вера и липой для всей семьи. То есть наливаешь дозатор, очень удобно, 77 рублей стоит здесь 1 литр. Кстати, мыло. Вот это мыло чуть-чуть подорожало, 18 рублей стало, было 16 рублей. Хорошее, антибактериальное. Или ценник у них не тот. Надо посмотреть. Вот здесь вот жидкое мыло с антибактериальным эффектом. 460 мл 90 рублей. Вот еще одна новиночка. Так, ну дальше. Обращаемся к отделу инструментов различных. То есть те, кто ремонт делают. Кисточки 55 рублей. Скотч малярный 50 рублей. Наколенники 99 рублей. Такие молоточки есть, имеются. Перчатки 50 рублей. Вот такой скотч по 28 рублей красного цвета. Набор инструментов 199 рублей отверточек. Очень классно смотрится, конечно. 6 штучек. Симпатичный наборчик по 199 рублей. Это для очистки труб и универсальный... Вот заново завезли штатив держателем для телефона 199 рублей. Он раскладывается хорошо. Высота до 57 сантиметров. В общем, единственный здесь минус, вот когда устанавливается сверху телефон, его уже нельзя будет наклонять. То есть он вот должен стоять вот так вот прямо. А наклонять уже, если на столе что-то снимать, не получится. Рамка декоративная для мобильного телефона. Подождите, это, по-моему. Да. Это чехол для телефона. Водонепроницаемый. Если кто отправляется еще в путешествие, для вас вот такой есть гаджет. Фикс прайс. Портативное зарядное устройство. Так, нет, это фонарик. Фонарик 199. Светодиодный. Выглядит очень эргономично. По цвету серебристый, черный вижу. Так, просили показать пряжу. Вот пряжа есть по 99 рублей. Состав акрил 50% и еще не по-русски написано. Шерсть, да, 50% шерсть, 50% акрил. По цвету черные, малиновые. Но я вижу тут остаточки. Серые, синие. Это уже другая пряжа. Вот для шарфов наборы сказали плохие. А это вот уже пряжа из Троицка. Ну, я знаю, что ее берут активно. Вроде неплохая. Вот этот вот крученый шнур 99 рублей. Я вижу только зеленого. А, вот еще белый цвет. Вот такой вот тазик. Корзина 90... Нет, он 199 рублей. Тазики разные.
контейнеры, уголки, полки. Все тут имеется по доступной цене. Нет, слышишь? Все для обуви, стельки разные. Есть из натуральной кожи стельки, есть пушистые, есть вот такие вот фольгированные, для того, чтобы ноги не мерзли. То есть очень большой выбор, можно подобрать все, что необходимо. О, смотрите, какие часики классные, по 199 рублей. Они маленькие, но дизайн у них прикольный. Вот такая бутылочка. Завезли заново, 199. Быстро ее разобрали. Кстати, вот такие вазы по 149, еще вот такие желтенькие появились. Очень красиво смотрятся подсвечники. Фоторамки интересные, вот такие деревянные. В виде сот. Можно их несколько скомбинировать. Они 55 рублей стоят. И у вас получится интересная на стене композиция. Декоративные цветы в горшочке 199 рублей. Хорошо поставить там, где у вас нет окна, ванную, туалет. Тоже украсить. Украсить можно помещение. А вот еще посмотрите, вот такие корзинки новые завезли. Тоже или для цветов они подойдут. Я думаю, они, наверное, по 199 рублей. Потому что цены вот, ну, не на всех вещах есть, конечно. Ну, догадаться можно. На макароны цена не выросла. Такая же 25 рублей. 400 грамм. Они разные здесь. Есть рисовая лапша вот такая для приготовления вьетнамского супа. Или тайского. Здесь такая лапша, она как стеклянная. 77 рублей стоит. Давайте посмотрим цены на кофе. Нескафе можно за 99 рублей купить. Я вот вчера в другом магазине купил гораздо дороже. Стоит 75 граммов здесь. И также чибо можно купить вообще за 55 рублей. Так, здесь 40 грамм, правда, мало. Ну, в общем, кофе здесь разнообразное. От 50 рублей, вот 55. Стеклянные баночки 47 грамм. Черная карта 47 грамм, 77 рублей. И вот еще вот здесь вот есть... Якобс 99 рублей, тоже 47 грамм. В общем, кофе есть. Вот такой кофе очень вкусный. Оно как капучино, оно и называется капучино. 55 рублей, там отдельные стики внутри. Чай Кертис, 20 пакетиков внутри, 55 рублей. Разнообразный вкус, есть мохито, есть черный, есть зеленый. И также тест по такой же цене, 55 рублей. Ну, Нури дешевле, 27 рублей. Молочные продукты все хранятся в холодильнике. Есть йогурты в больших баночках, 27 рублей, нежные. И также есть маленькие нежные по 13 рублей. Ну, вообще здесь еще и фрутис, и не молоко. Различные йогурты имеются. Также я вижу майонез 27 рублей, двух видов. Брала вот такой мед цветочный 77 рублей, очень вкусный. И вот такой мармелад брала Махеев. Здесь облепиха душица, очень вкусный мармелад. Стеклянный, в стеклянном стакане идет с крышкой, 55 рублей. В других магазинах это гораздо, два раза дороже. Ханс 55 рублей здесь кетчуп. Вот такой вот новый щи-чай пропустила. Здесь он чайный напиток. Здоровый сон, 20 пакетиков и очень хороший состав. Так, состав сейчас я прибавлю вам, посмотрите. Потому что я не вижу, даже в очках. Но вот вижу, что мята, лист ежевики, мелисса, розмарин. В общем, такая новиночка. 55 рублей. Доступная цена. Кстати, два пакетика только. Две упаковки вижу. Для школы сейчас активно разбирается. Подойти к прилавкам сложно. Вот такие пеналы силиконовые в виде такого контейнера. По 149 рублей. Здесь они разные.
разный дизайн. Набор цветных карандашей. Вот вижу новые 24 штучки. Интересная упаковочка. Не знаю, будет удобно ли пользоваться ребенку. Наборы шариковых ручек разнообразные. Так, вот это я здесь подошла, пробралась. Эрих Краузе карандашик. Клей, карандашик. 55 рублей. Очень хороший он, клеит хорошо. Но вот дневник я вижу 55 рублей. Просто он такой белый, без всякого рисунка. Нашла еще одну новиночку. Катушка для рыбалки. Вот такая вот она катушечка. Идет в упаковке. Стоит 199 рублей. Стиральный порошок Нан 199 рублей стоит. Писали, что хорошо отстирывает, но остается какой-то вот как гель, что ли, как вот какие-то образования остаются в машинке и на белье. Ну вот стиральный порошок Ариэль в капсулах 199, нареканий нет, замечательный. 12 капсул. И Тайд тоже, аромат очень нравится, 199 рублей. Стиральных порошков много. Есть вот такие в коробочках по 27 рублей Миф, и дальше 55 дороже. Ну вот я покажу обзорно. Какие цены? 77 рублей Бося порошок, килограмм 200. Ну, наверное, буду заканчивать на этом свой обзор. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем добра, счастья, любви, здоровья. Пока-пока. До новых видео. О, вот классные, смотрите, какие носочки. По цвету они, смотрите, есть цветные, белые. Ну, вот мне белые понравились. Прикольные они здесь вот как шелковые, а тут низ обычный. Только с какой обувью их носить, я не знаю. Оденешься, нарядишься, так смешишь людей. Ну ладно, все, всем пока-пока. Вышла из своего фикс-прайса, находится он на торговом комплексе «Кристалл» на порту города Димитровграда. И что я купила, хочу вам показать. Во-первых, купила я вот такую лопатку. Вот, 55 рублей стоит. То есть это для новой сковороды, так, чтобы, ну, металлическими там нельзя пользоваться. Вот, взяла такую здесь с дырочками. Что дальше я хотела купить? Я хотела купить пакеты для замораживания. Вот здесь вот набор пакетов стоит тоже 70, ну, правда, здесь 77 рублей. Здесь три упаковки разных размеров. Пакетики. Посмотрю, сколько штучек в этих упаковочках. Это уже я дома посмотрю. А, тут написано вот 35-33 штуки. Что ли. Так, ну ладно. Из вкусняшек я купила вот такое вот печенье овсяное с арахисом. Я всегда беру. Здесь без пальмового масла. Стоит 27 рублей там с копейками. Вот. И следующее, что я взяла, вот такой вот чай, 55 рублей он стоит. Здесь «Здоровый сон» чай называется. Здесь я прочитала, что много полезных трав. Ну и на ночь буду вот такой чай пить. Очень понравилась вот такая воська, прикольная. Их было два цвета, 99 рублей, вот ценничек. В общем, вспомним старые времена, будем ходить с авоськой. Правда, в авоське все видно, что несешь. И такая еще покупочка. Это у меня миска. Вообще люблю всякую посуду разную. Миски, чашки. Это от Kitchen. Стоит 149 рублей. Здесь эмаль. И, ну, довольно-таки тяжеленькая. Такая не совсем легкая. Вот ковшик я купила гораздо легче. А это все-таки как-то здесь металл, что ли, побольше. Здесь все-таки эмалевое покрытие. Люблю такую посуду. Ну, вот такая покупочка у меня где-то на 100, на 450 рублей где-то приблизительно. Вот, иду довольная. Погода сегодня замечательная. Солнышко пробивается сквозь
кроны деревьев. Здесь клены еще не пожелтели у нас. И вообще настроение классное. Потому что дожди надоели. Эти дни было очень холодно, а сейчас довольно-таки теплая погода. Ну, теперь точно всем пока-пока.